тот факт, что в случае заряженного проводника весь заряд распределяется по его внешней поверхности, а внутри проводника ни заряда, ни электрического поля нет, легко продемонстрировать с помощью так называемого цилиндра Фарадея. На изолирующей подставке укреплена цилиндрическая сетка. К верхней части сетки приклеены папиросные бумажки, как к наружной части сетки, так и внутри нее. Зарядим сетку. Для этого натрем винипластовую рейку шерстяной тканью и перенесем заряд на сетку. По мере того, как сетка заряжается, вы видите, как отходят наружные лепестки из папиросной бумаги, прикрепленные к сетке. В то же время внутренние лепестки по-прежнему висят вертикально, они не отклонились. Весь заряд сосредоточен на внешней поверхности сетки, на лепестках, поэтому лепестки отталкиваются от сетки, на внутренней же поверхности сетки заряда нет. Нет электрического поля внутри сетки.